перестал факаться с этими белыми. Вы перестали сказываться на настроении, и пацаны начали скатываться при отдалении. Не выйдя вашу музыку, не прошли проверку времени. Малой, скажи спасибо за год хайпа, что у тебя был. Все было бы заебись, было бы у нас второй фильм. Самый бедный МС вечно пиздет про профиль. Большие деньги любят тишину, доверься профи. Я не альбом Лехи Сими, но в последнее время токсик. Самый дорогой и первый правил буду коксик. И как эти МС, что я ж на все кого-то корчит. И из-за образа не может быть собой, когда хочет. Без понтоем, наверное, но нам этого не понять. В меня не верил весь мир, но успех не избежен, всегда говорю, брат. Нету пути назад, жизнь оставил назад. Видишь огонь в глазах, еле вижу в руках. Зависимость, кайф и с утра себя, ты я взрываю опять. На рэперов у меня реально слово. Столько шансов дано, все проебано. Даже Аэрофлоу уже переехала сокола. Пацаны, вы все еще не рэп, вы все около. А на счету все еще не лям, там также соточка. И в твоем косом нихуя не грамм, там просто полочка. Слушаешь меня втихаря, как же тебе хуёво сейчас. Знаю, ты меня радует, я улыбаюсь в скобочках. Без обид, бро. МС не обладает скиллом, изначально согласен на стиле бро. Я немного заснулся, но говорят мне пиццу корона. Это 6 утра в Будапеште, не 5 утра в Торонто. Задают тренды, на которые прыгают мои кумиры. Нарываем демки на студийке, потом слышу треки в таком стиле. Я переслушал много рэпа, честно недоволен сильно. Половина МС инвалиды, без обид, рамдиги. Лучше буду Гриша Ляхов, одно и то же имя. Одна семья, рандом то же самое, что дыня. И то, что говорю в треке про этих ёбаных рэперов, знаю, они говорят за спиной про меня. Yeah.